Отставка Владислава Суркова – это вполне закономерная, скажем так сказать, реакция власти на изменение общеполитической конъюнктуры в стране и доказательство того, что некоторые технологии имеют срок жизни. То есть, когда технология применяется без принципиальных корректив, без учета реалий, технология начинает работать во вред. Я считаю, что важнейшим доказательством неэффективности технологий, которые в течение ряда лет Владислав Юрьевич осуществлял, это ситуация как раз с протестными настроениями, которые вылились в уличные беспорядки, в конце концов. И, ну, скажем так, некоторые некрасивые обстоятельства, которые возникли на фоне избирательной кампании. Это было прямое следствие того, что в течение ряда лет формировалась рафинированная политическая ситуация, искусственная, с ограниченным количеством политических партий, с жестким редактированием работы СМИ, при этом, так скажем, без учета реальных настроений в стране. Вот по совокупности это способствовало росту вот этих самых протестных настроений. Это раз. Во-вторых, в общем, любая политическая конструкция требует смены лиц. И поэтому, безусловно, Владислав Юрьевич в какой-то момент просто, видимо, уже стал вызывать у людей некое раздражение, там, своей неформальностью, скажем так, его стилистикой, достаточно жесткой в отношении конкретных средств массовой информации, прямым, так сказать, жестким давлением на СМИ, которое часто осуществлялось. Вот. Ну и элиты региональные требовали новых подходов, поэтому Владислав Юрьевич просто в какой-то момент стал неактуален, скажем так. Поэтому он оказался на том месте, с которого, собственно, ушел сейчас, пока ушел с политического поля. Вот. То есть это была неизбежная ситуация обновления и прямая реакция на устаревающие технологии, которые в течение ряда лет он, так сказать, осуществлял как главный менеджер этих проектов. Что касается его будущего, две версии. Первая – это просто реализация глубинных внутренних устремлений человека, поскольку он человек ярко выраженным творческим потенциалом. Не будем обсуждать, какого качества этот потенциал, какого уровня его творческие притязания. Наиболее вероятная версия, что он так или иначе возникнет в политическом поле, в неком новом качестве. Я не исключаю варианта, что уход Суркова – это на самом деле спрогнозированная, спланированная акция по временному выведению из политического фокуса для того, чтобы он возник в какой-то перспективе в новом качестве. Мне это напоминает события, если не ошибаюсь, 1996 года, когда было объявлено об отставке Анатолия Чубайса с поста первого вице-премьера. А после выборов 1996 года он возник в качестве главы администрации президента. То есть он был выведен из публичности для того, чтобы осуществлять какие-то мощные политические акции или подготавливать их вне, скажем так, открытого информационного пространства. То есть, возможно, это некая легендированная ситуация, когда его просто убрали с глаз, чтобы он мог заниматься какими-то делами пока в некой тиши, за кадром. То, что касается Владислава Юрьевича.